Во вторник в Самарской области небольшая облачность без осадков. Днем плюс 1, плюс 4 градуса, ночью 0, минус 2. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. В светлое время суток плюс 2, в темное минус 1 градус. Южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 2 градуса, ночью 0, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 2 градуса, ночью минус 2, южный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.